Друзья, добрый день! Сегодня я вам покажу и расскажу про черешчатый дуб, который находится в деревне Ириновка. По легенде, здесь, когда прогуливался Кутузов, своей ладонью прикоснулся к этому дубу. Но коммерческая организация Санкт-Петербурга провела экспертизу данного дерева и установила, что на сегодняшний день ему 192 года. Идемте смотреть. А вот такой красавец растет здесь в полях. Ну, конечно, аллеи здесь уже давно никакой нет. Но одно из удивительных то, что он пережил Великую Отечественную войну, потому что Ириновка находится прямо по дороге жизни, и, соответственно, здесь были ожесточенные бои. А вот и табличка памятника живой природы. Его, кстати, открывал губернатор Ленинградской области. Как и в легенде, я тоже хочу дотронуться до него своей ладонью. Это дерево, которое уже пережило не одно поколение людей. Но хотелось, чтобы был за ним какой-то уход. Вот это гриб, это паразит, который портит этот дуб. И с этим нужно что-то делать. Слушайте, ну здесь оно, мне кажется, более 2 метров в объеме. Очень старое, видно, что дерево, могучее. Да, вот, видите, хлебушек тут кто-то оставил. Не знаю для чего. Здесь видно, что уже прогнило. А муравьи, скорее всего, пожрали. Ой. Крона такая, красота, конечно, красота. Напишите в комментариях, были ли вы у этого дуба и собираетесь, если не были, сюда приехать. Ну и обязательно ставьте лайк и поделитесь этим роликом.